Все мы понимаем, что наши сотрудники, часть из них управляется инструкциями, часть из них управляется целями, но высший пилотаж в развитии менеджмента современного, высший пилотаж в построении каких-то стратегических вопросов в мотивации сотрудников – это управление по ценностям. Так вот о том, как управлять компанией и сотрудниками по ценностям, нам расскажет Роман Дусенко. Это, конечно, бизнес-практик и реальный предприниматель, но сейчас он еще занимается менторством топ-менеджмента российских компаний. Я думаю, что вы все знаете по его передаче «Бизнес-завтрак». Давайте поприветствуем Романа. Роман, приветствую еще раз тебя. Привет, спасибо тебе большое. Всем добрый день. Мне очень приятно, что вы нашли время для того, чтобы остаться в этот третий. Мне девушки сказали, наши организаторы, что фактически силы на исходе. Но ничего. Оставшиеся 40 минут я постараюсь сделать так, чтобы у вас немного загорелись глаза. Почему? Почему это важно, чтобы глаза горели? Потому что если глаза будут гореть у вас, то глаза будут гореть и у ваших сотрудников. Именно об этом мы сейчас постараемся поговорить. Я вам скажу очень простую вещь. Совсем недавно, так, сейчас одну секунду. Ага, не ту презентацию поставили. Ребят, можно заменить презентацию? Да. Нет, на самом деле слайд очень важный. Вот какие у нас мысли, так мы и живем. Что у нас в голове, настолько мы формируем наш мысль. Это моя презентация, кстати, для мастер-класса, который произойдет сегодня вечером. Я в 19:00 как раз по поводу карьеры, будем на это разговаривать. Так что важнейшая история, вот пока меняют презентацию, презентация называется «Форум 28», да? Можно? Отлично. На самом деле, как у вас настроение? Хорошее? Позитивно. Смотрите, Зулия, сколько вам всего рассказала интересного. Знаете, какую ключевую фразу я от нее хотел бы, чтобы вы вспомнили? Вот когда она фактически завершала свое выступление, она сказала, когда ценности видения компании совпадают с видением кого? Сотрудников. Конечно же, сотрудников, конечно же. Сейчас мы поставим презентацию. Давайте два слова буквально расскажу, чтобы не терять время, о себе. Меня зовут Роман Дусенко. Вот она наша презентация «Управление основано на ценностях». Буквально вчера я был в двух городах, это Тюмень и Челябинск. Я тоже там был, Всероссийский совет директоров. Мы рассказывали о системе управления. Я говорил о системе управления основано на ценностях. И когда я летел в Тюмень, со мной рядом сидел канадец. Мы с ним познакомились, я говорю, чем ты занимаешься? Он говорит, я занимаюсь тем, что делаю специальные кормления, систему кормления на больших фермах. А чем ты занимаешься? Я говорю, я делаю людей счастливыми. Он как-то так посмотрел на меня, как-то так, вроде ничего не пили, летели в эконом-классе всего 2 часа. Он говорит, а как это? Я говорю, очень просто. Когда ты работаешь с человеком и пытаешься помочь ему найти свое предназначение в рамках того, что он любит и чем занимается. И второе, когда в рамках внутри компании мы создаем систему управления, основанную на общих ценностях. Иными словами, мы создаем такую экосреду, в которой люди хотят выполнять поставленные перед ними задачи. Поэтому два слова буквально о себе, на каком основании я здесь стою перед вами. Я очень много обучался, у меня 2 высших образования. Я учился в Американском университете, закончил президентскую программу управленческих кадров, Московскую бизнес-школу управления Сколково, Executive MBA. Я начинал свою карьеру предпринимателем на Дальнем Востоке. Там же я пришел в банк, работал в банке 16 лет примерно, закончил свою карьеру в банке совладельцем банка, председателем совета директоров, акционером и занимался объединением крупнейших российских банков, таких как Росбанк. Тот Росбанк, который есть, это мы его делали в 2004-2005 году. Я продавал OTP, это сейчас известный банк, он раньше назывался Инвестбербанк. После этого мы приобрели собственный банк и занимались его реанимированием, восстановлением. Вот мы его продали польскому холдингу. Об этом писал журнал Forbes в 2009 году. В 2012 году я создал проект «Бизнес-завтрак». И так получилось, что в России слово «бизнес-завтрак», вернее, словосочетание «бизнес-завтрак» и «я» — они синонимы, поэтому в любом поисковике, если вы вобьете «бизнес-завтрак», увидите наш сайт на номере там, 2 или 1 место. Мы эти бизнес-завтраки сейчас не проводим, но они трансформировались в радиопрограмму. Я веду радио на радио «Медиаметрикс», куда я приглашаю самых лучших и, на мой взгляд, перспективных HR-директоров крупнейших российских компаний. И мы с ними обсуждаем теорию управления персоналом, повышение эффективности управления персоналом.
В 2015 году запустил свой собственный проект «Только вперед», и вот в рамках него мы сейчас с вами и будем общаться. Итак, собственно говоря, у меня 40 минут всего. Я постараюсь вам рассказать о том, как работает система. Я попытаюсь вас немного погрузить в нее, для того, чтобы вы подумали и посмотрели, насколько это может быть вам интересно, насколько это может быть интересно вашей компании, потому что то, что я буду говорить, оно совсем отличается от того, что вы слышали до этого. Я не рассказываю об инструментах, которые надо взять и начинать делать. Я постараюсь вам зайти через вас, через каждого сидящего здесь в зале, для того, чтобы попытаться объяснить вам, как это работает лично на вас, чтобы вы подумали, работает ли это на ваших подчиненных, работает ли это на ваших, вообще с вашей компанией. Итак, фундаментальные базовые вещи, с которыми некие установки, в рамках которых мы будем с вами двигаться оставшиеся 35 минут. Первое. Основа любой компании – это человек. То есть мне бы хотелось, чтобы мы сейчас представили, что ценность самая главная сейчас – человек, работающий в вашей компании. Что же мы хотим от людей? Мы хотим от людей конкретные модели поведения. Мы хотим, чтобы они правильно обслуживали клиентов. Мы хотим, чтобы они умели и хотели продавать. Мы хотим, чтобы они вели себя соответствующим образом по отношению к себе и так далее. И вот как раз следующий слайд показывает о том, что на самом деле человек – это совсем не то, что мы с вами представляем. Нельзя взять просто сказать ему «вставай, иди и делай». Или ценность для наших клиентов – это очень важный сервис нашего. Давайте заниматься тем, что сервис – это круто. Вы знаете, я провел один эксперимент. В прошлом году я выступал перед одной крупной компанией, находящейся в Самаре, и у них… иностранные владельцы, примерно там полный зал также сидел, здесь на сцене сидел генеральный директор, и я им говорю, слушайте, ну, а вы не могли бы все встать? Ну, это не к вам, вы сидите, пожалуйста. Они, ну что делать, тут директор сидит, они встают. И я говорю, давайте вот сейчас, вы же 3 дня тут уже прокачаны, то есть, собственно, примерно так же, как вы. Говорю, давайте вместе все проговорим. I am the super trooper manager. Полная абракадабра, и вы прекрасно это понимаете. Мы-то с вами специалисты. И вот цель была их выдернуть в состояние того, что вот они там зависли немного. Они проговорили, я говорю, давайте еще раз, посильнее, 100 эмоций, ведь вы же любите свою компанию, насколько вы это хотите сказать, еще раз. Они еще раз проговорили, так же вяло, директор начинает посмотреть по сторонам. В конце концов, они сказали достаточно активно. Я, когда они сели, я подошел к нескольким из них и спросил, что вы чувствовали в этот момент, когда я вам говорил этот вот, набор этих фраз, набор этих слов? Ну, говорит, как минимум мы почувствовали, что за придурок, который здесь стоит перед нами. Вообще, зачем он сюда приперся, для чего в Самару, чтобы нам это говорить. Но через 2 часа у них поменялось мнение, мне удалось исправить эту ситуацию. Так вот, смысл следующий. Когда мы слышим, что I'm a super trooper manager, это примерно то же самое, когда мы говорим сотруднику, уважай и люби своих клиентов. Это не заходит. У кого из вас есть дети? Спасибо большое, да? Мы с вами, как родители, понимаем, что когда мы говорим, я, например, так, может быть, я отдельный родитель, особенный, когда я говорю своим детям делать так, как мне хочется, они меня посмотрят, выждут паузу, может быть, сделают вид, что они хотят делать так, как я хочу, потом я, когда отхожу, они продолжают делать так же, как делали. У вас так же? Бывает. Так вот, ситуация в следующем, потому что поведение – это результат, поведение – это следствие. Чтобы изменить поведение, нам нужно с вами представить, поменять образ мышления. Чтобы подойти к образу мышления, мы должны пройти к нашим убеждениям. И лишь в основе всего находятся ценности. Вот такая простая вещь, которую я хотел бы, чтобы мы с вами имели это в виду, когда я буду продолжать вам рассказывать дальше свое предложение о том, как это управляется. И еще последний слайд, который вводит нас в понимание того, что же мы делаем. В центре наш сотрудник. Наша цель, как мы сказали, так как он главный, это основа компании, мы хотим, чтобы у него были такие модели поведения, которые нас устраивают, для того, чтобы он относился правильно к коллегам, клиентам, к нам, к собственникам или к организаторам, не знаю, к организации в целом и ко всем другим компаниям или сторонам, которые взаимодействуют с нашей компанией. Таким образом, для того, чтобы у нас единым был фундаментом этих моделей поведения, это будет фундамент управления, основанный на ценности. Итак, самых 4 главных постулата. Мы хотим, что у нас самый главный сотрудник, самое главное звено в компании – это человек. Мы хотим, чтобы он вел себя адекватным образом, потому что у него должны быть правильные, нами спрогнозируемые, сформулированные или, я не знаю, смоделированные модели поведения.
И потом мы эти модели поведения заводим в него через влияние на его ценности. Тогда мы получаем правильные модели поведения сотрудника по отношению к нему, коллегам, к собственникам и ко всем остальным взаимодействующим сторонам. На этом вводная часть закончилась, давайте попробуем поработать дальше. Какой главный вопрос в компании есть вообще? Какой? Что нас больше всего интересует? Неважно, в какой должности вы находитесь, если вы в руководящей должности, в любом случае вы должны быть заинтересованы. Повышение эффективности компании и увеличение рентабельности капитала. Не прибыль даже, не кэшфлоу, а именно повышение эффективности работы компании и увеличение рентабельности капитала. Какой мы получаем доход на вложенные инвестиции? Итак, на основании своего карьерного 16-летнего работы в компании, банках, корпоративного опыта, на основании своего консультационного опыта, который я делаю последние 5 лет, я выявил, что в компании в целом существуют две глобальные проблемы. Эти две проблемы следующие. Первое – неэффективный менеджмент. И второе – нежелание сотрудников быть ответственными. Ответственность – это базовая вещь. Результатом или формированием этих двух проблем является 5 основных причин в системе управления фактически в любой компании. Это проблема первая – стратегическая, где мы не понимаем, куда идет компания. Вторая – системная, когда система управления, когда кто что передает и кто что выполняет, и какой в результате получает результат, она у нас не очень эффективна. Третье – вопрос о том, что система управления персоналом, система подбора, в том числе о том, что говорил предыдущий оратор здесь, спикер, она неэффективна. Четвертая система, проблемная ошибка – это процессная, когда мы не очень эффективно управляем процессами. И пятая – человеческая, личная эффективность. Так вот, вспоминая вводную данную о том, что человек – это основа компании, мы с вами начнем именно решение с пятой проблемы. Теперь все внимание вам. И вот следующие 20 минут мы будем работать, я буду работать непосредственно с вами. Итак, как же нам подойти к решению? У нас наша цель, наша лекция будет разделена на две части. Сейчас про личность поговорим, и потом непосредственно про деятельность компании. Часть первая – личность. Каждый из вас – личность уникальная, психофизиологическое существо. Мы не можем включить у себя кнопку включения в 8 утра и выключить в 18 для того, чтобы начать только думать о работе. Мы думаем обо всем. Мы в том числе, приходя на работу, приносим с собой домашние дела, мы приносим с тобой с работы, наоборот, работу. Часто, зачастую, вернее, играя с ребенком, мы сидим в мобильном телефоне, продолжаем делать все точно так же. Кстати, все из вас, кто сейчас сидит в мобильном телефоне, вы можете использовать его по направлению, можете зайти в любую социальную сеть, Роман Дусенко, постучаться, я всем отвечаю. Если вам нужна будет презентация, вы можете попросить ее организаторов, или я вам ее лично пришлю. Итак, кого же я вижу чаще всего? Таких, как мы с вами, успешных людей. Но проблема заключается в том, что зачастую мы очень много уделяем времени работе и забываем о том, что работа занимает 70% сознательного времени, начиная с 22 лет, кончая до выхода на пенсию. Вот в этот момент теория life-work balance, она теряет свой смысл, потому что мы живем на работе и работаем живя. Вот в этом смысл нашей жизни. Вопрос о том, когда человек, который приходит в личность, в компанию, у него возникает некий конфликт. Конфликт между тем, что делает компания и что хочет человек. Помните, еще раз хочу вернуть вас к выступлению Зули. Когда видение и цели компании совпадают с видением и целям человека. Я предложу вам самый простой пример. Сегодня вечером, но, наверное, уже не успеете. Завтра утром, когда завтра опять же выходные. В общем, впереди тоже много выходных. Ближайший рабочий день, когда вы увидите своих сотрудников, подойдите к кому-нибудь из них, положите руку на плечо и спросите: «Дружок, а какая цель у нашей компании?» Он спросит: «Ты как праздники провел? Где был?» А вы продолжаете: «А как результаты твоего труда влияют на результат нашей компании в целом?» Страх в глазах, который будет в первый момент. Ничего, это пройдет. Вы потом будете практиковать эти вопросы ровно до тех пор, пока люди не начнут понимать, как на них отвечать. Отвечать на них очень важно. Наша главная цель – донести стратегию компании до человека. Так вот, конфликт этот, сейчас я посмотрю, нет. Конфликт этот заключается в следующем, что человек, для того, чтобы понять, каждый из вас здесь сидящий в зале, у каждого из вас свои личные цели, личная миссия, личная стратегия, личный план достижения своей собственной цели, основанный на своих собственных приоритетах,
и на своих ценностях. Реализуем их в разных ролях. Мы сейчас к этому подойдем, не думайте, что это так сложно. И с другой стороны, человек, приходя в компанию, он очень хочет знать, а какие в компании цели? Какая стратегия в компании, какая стратегическая цель, какая миссия в конце концов, какие ценности в компании, потому что это важно. Сопряжение ценностей наших либо дает нам возможность работать в компании, потому что они удовлетворяются, либо мы бежим из компании, потому что эти ценности угнетаются. Вот в целом вкратце. Развитие вообще личности человека возможно только через, вернее, развитие человека возможно лишь только через развитие его личности. На мой взгляд, это ключевой момент, и вы сегодня уже прокачались, вы третий день здесь на форуме. Вы слышите очень много инструментов, слышите очень много различных технических систем, но не забывайте, что вы-то человек. И именно ваше развитие, развитие каждого из вас, сидящего здесь в зале, поможет вам стать более успешным. Если вы не собственник компании, у вас есть всего два варианта. Либо вы работаете, либо вы уволены и не работаете. Поэтому, если вы работник по найму, ваша ценность и цель зависит от того, насколько вы лично прокачаны, насколько вы лично понимаете в своей системе своего развития. Итак, движемся дальше. Мы единственные существа вообще на природе, в природе, на планете, которые могут и ставят достигать цели. Поднимите, пожалуйста, руки. У кого из вас есть конкретная личная цель на 2017 год? Прекрасно, браво, супер, как хорошо. А у кого она записана? О, как классно, чудесно. А кто ее смотрит регулярно? Великолепно. Видите, небольшая физическая зарядка к тому же нам поможет вам. Итак, мы движемся дальше. Не забывайте о том, что наша цель, когда мы добиваемся множества целей на работе, мы теряем отношения. Друзья, знакомые, дети, семья. Все это элемент составляющей жизни. Ведь работа – это всего лишь часть жизни. И поэтому наша цель – вернуться к себе, к самому себе, для того, чтобы разобраться со своими ценностями. Именно об этом сегодня и пойдет далее речь. Невозможно быстро решить и найти какое-то решение личностного роста. Не бывает такого. Нет возможности, как бы вы ни хотели быстрого решения, волшебной таблетки не существует. По одной простой причине, что даже для того, чтобы добиться любого маленького результата, приходится вкладывать усилия. Кто из вас когда-то себе что-то обещал с Нового года делать? А кто из девушек обещал себе не есть после 6 вечера? Мы часто пытаемся двигаться туда, в эту сторону. Вопрос другой, что даже если бы похудеть, мы понимаем, что нам надо хотя бы продержаться один день. Желательно больше, для того, чтобы получился результат. Чтобы появились, там, я не знаю, кубики на прессе, нам необходимо заниматься упражнениями. Чтобы быть хоть как-то более-менее здоровым, нужно делать зарядку. Поэтому быстрых решений не существует. Поэтому книги, которые говорят про личностный рост, про развитие, что очень быстро все происходит, не работает. Нужна работа над самим собой. Именно этому сегодня мы будем говорить, посвящена наша вот сегодняшняя задача. Задумайтесь о том, что... И вот я по опыту работы своему, я уже сколько там, именно такими лекциями занимаюсь, там третий год, у большинства людей все остается как прежде. Серьезной мотивации к человеку для того, чтобы у него что-то изменилось, она небольшая. Вот из вас, возможно, может быть, 5-10 человек захотят что-то изменить в своей жизни, а может быть, захотят что-то изменить в рамках жизни своих сотрудников. Но у большинства останется как есть ровно до того момента, пока не наступит тот этап, когда критическая потребность в изменениях не наступит. Я надеюсь, что каждое мое выступление, вообще выступление всех спикеров, которые сегодня здесь, подталкивает вас к тому, чтобы становиться лучше. Можно заниматься по книгам, можно заниматься с наставником. Книги – это долго, не системно, но вы все прекрасно знаете, что у любого олимпийского чемпиона, который достигает самых важных, фантастических результатов, есть тренер, наставник. Этот наставник не всегда является олимпийским чемпионом, но он знает что? Что? Как им стать? Правильно? Абсолютно верно. Именно поэтому, если вы для себя решили, что вы хотите быть номером один в чем-то, если вы хотите развиваться в своей профессии, если вы хотите, найдите себе наставника, человека, который разбирается в этом, человека, который успешен. Именно так вы можете в том числе стать наставниками для своих сотрудников. Вот все, что я сейчас говорю лично для вас, ваша цель – двигаться в своей компании, если вы принимаете эту систему. Итак, у нас ошибки управления личностным развитием. Первое – отсутствие стратегии. Второе –
отсутствие плана, третье – отсутствие персонального позиционирования, четвертое – отсутствие персонального бренда и пятое – отсутствие эффективности, которая равняется больше 100%. Давайте рассмотрим быстро. Кстати, это вот экспресс. Если вы все фотографируете, можете сфотографировать себе некую экспресс-оценку, самооценку, вашу личную, как человека, который работает в компании, для того, чтобы вечером прийти, позаниматься ручками и подумать, поставить плюсики-минусики. Итак, быстро подходим к решению проблем. Выступление очень короткое, цель простая. Кто водит автомобиль? Все, супер. С вероятностью 99,99% я верю, что вы доезжаете до места назначения. Почему? Супер, потому что вы знаете свою точку прибытия. Сейчас вопрос к вам, к вашему внутреннему «я». А вы знаете, что вы хотите в своей жизни? Какова ваша точка прибытия? Где ваш путь из точки А в точку Б? Куда вы идете? Что вы хотите вообще? Насколько вы ориентированы в своей жизни на достижение своей цели? Как я уже говорил, личность сталкивается с компанией. И здесь очень важно понимание, а человек понимает свои цели, а он понимает, куда идет компания, насколько компания и человек, его цели созвучны, насколько они работают вместе. Ведь мы уже с вами как раз это прошли. Они хотят, все хотят понимать себя, хотят видеть в себе, разбираться с собой, хотят идентифицировать свою цель. И то же самое человек требует от компании. Он хочет понимать, куда она идет, что в ней важно. Я когда вчера и позавчера разговаривал с руководителями, там были генеральные директора и собственники. Я их спрашиваю, как вы думаете, сколько времени руководитель или собственник должен инвестировать в общение с сотрудниками для того, чтобы рассказывать, просто проповедовать о том, куда идет компания? Они все говорят, о, да, мы знаем, мы читали 80% времени. А сколько, говорю, по факту? Ну, 20. Если вы послушаете интервью с моим интервью с HR-директорами крупнейших компаний, основа, о чем они говорят, максимальное расшаривание информации о том, что делает компания, чтобы человеку, любому работнику было абсолютно понятно. В основе этого всего лежит любовь к своему делу. Кстати, дам вам одну интересную информацию. Вы впереди праздники, как я уже сказал, вы не скоро еще увидите своих сотрудников. Посмотрите фильм. Фильм называется «Мечты Дзиро о суши». Это фильм, который вам даст представление о том, что такое любовь к своей профессии. Возможно, вы могли бы посмотреть любой советский фильм, начиная там о карьере Димы Горина и так далее, и так далее. Но вот этот фильм, он характерно, специально снят, с такой, знаете, с обучающей точки зрения. Человек 50 лет лепит рисовые шарики и испытывает от этого удовольствие. Его ученик, прежде чем выйти в ресторан и смог сделать шарики клиентам, учится 15 лет. Вот это любовь к своей профессии. А вы уже начали записывать, прекрасно, берите свои телефоны, ручки, там все что угодно. А какая ваша профессия? Каким делом вы конкретно занимаетесь? Задумайтесь на эти 10 секунд, может быть, и запишите. В чем моя профессия? Кто я? Кто я такой? Какое мое дело? Чем я занимаюсь? Потому что зачастую мы путаем отношения в компании, конфликты с руководителем, с подчиненными, с тем делом, которое я люблю. Так вот, какое дело любите вы? Три шага движения вперед. Это несколько измененный цикл Деминга. Мы состояние сегодня, состояние завтра, планирование, изменение, состояние сегодня, состояние завтра и так далее. Что я хотел бы сказать? Кто я? Это самый главный возможный вопрос, который человек себе задает, когда он становится на путь личностного развития. Я не уверен, что сразу мы смогли бы сформулировать этот вопрос каждый из вас. Но если он вам сейчас здесь, вы находитесь здесь, вы инвестировали свое время, это самый ценный ресурс, давайте я сделаю так, чтобы вы не зря сегодня сюда пришли. Кто вы? Ответьте себе на этот вопрос вот буквально еще 5 секунд. Это вам домашнее задание.
когда будете сегодня возвращаться домой или ехать в машине, там, в метро, в пробке, попробуйте сформулировать тому, насколько вы, кто вы есть, ваши три самые сильные стороны в профессиональной жизни, в личностной жизни, для того, чтобы вам в целом представлять самому себе. Самооценку мы редко делаем, потому что мы все время бежим, нам все время надо куда-то двигаться. А вот задуматься о себе, подумать о том, кто я такой, что меня ждет в жизни, каким делом я занимаюсь, вообще какая моя главная цель в жизни, это достаточно тяжело, потому что вообще работа с самим собой – это самое сложное. Так вот, к чему мы сейчас подойдем? Это самая главная цель первой части – мои ценности. Давайте я спрошу вас, может быть, вы мне подскажете, что такое ценность вообще? Кто мне может помочь? Что такое ценность? Да, давайте. Пока думайте еще. Меня зовут Марина. Ценность – это то, за что человек готов бороться, даже идти на баррикады и пожертвовать жизнью. То, что для него жизненно важно. Ценность – это то, что для человека жизненно важно. Да. Прекрасно, да. Спасибо большое. Еще есть у кого какие-то версии, что такое ценность? Установки, убеждения. Спасибо большое. Еще. Давайте. Какие идеи? Что такое ценность? Ведь мы же все очень высокообразованные люди. Что не имеет? Что не имеет цены, бесценно, да? Хорошо. Что еще? Что такое ценность для вас? Жизнь? Что такое жизненная ценность? Ну? Просыпайтесь, просыпайтесь. Еще чуть-чуть форум длится. Убеждения внутренние. Прекрасно. Все типы. Да, давайте, отлично. Фундаментальные принципы, на основе которых строятся, ну, полностью все действия, формируется менталитет. Ну, прекрасно. Большое вам спасибо. Вы все согласны с тем, что мы услышали, да? У всех понятие есть такое. Так вот, давайте сейчас. Это очень важно. Нам надо будет еще пописать всего три слайда. Первое. Запишите сейчас минимум, как минимум, три своих главных ценности, вообще, которыми вы руководствуетесь в жизни. Будь это телефон, ручка, неважно что. Если там, ну, нет возможности писать, подумайте просто, потому что вся ситуация простроена дальше на этой задаче. Три ценности. Отлично. Не буду ходить по залу спрашивать, но я так понимаю, мы все знаем, что такое наши роли, да? Скажите «да». Прекрасно. Чтобы было понятно, чтобы было всем понятно. Например, сейчас моя роль какая? А ваша? Прекрасно. Вы домой приходите, ваша роль какая? Разная. У кого? Кому как повезло. Отлично. Напишите, пожалуйста, три роли. Вот три самых главных роли, которые вы считаете для вашей профессиональной жизни имеют самое главное значение. Вот в вашей профессиональной жизни какие вы роли чаще всего работаете? Подчиненный, руководитель, наставник, профессионал, фрилансер, не знаю, там, самый лучший специалист в области продаж, самый лучший директор. Хорошо, чтобы не было так сложно, давайте еще личную добавим, одну какую-нибудь там. Жена, муж, дочь. Что для вас самое-самое главное? Три. Их можно писать бесконечно. Вы это сами поймете. Я специально сделал, чтобы мы прошли про три, чтобы быстро пройти и понять, как работает система. Следующий момент. В вашем листочке. Вот такая табличка, очень простая. Три ценности, которые мы написали. Три роли. А внутри на пересечении, насколько эта ценность в этой роли реализована от нуля, от единицы до десяти. Единица – это значит минимальная реализация, 10 – это максимальная. Попробуйте. В чем суть этого упражнения? Вот вы сейчас быстренько нарисуете 3 на 3. Я думаю, там квадратик – это как мы, по сути, как крестики играем. 3 на 3. Три ценности, три роли. Все просто. И как они у вас, насколько в каждой роли ваша ценность реализуется? Насколько вы счастливы в роли руководитель? Насколько вы счастливы в роли там, тому, кому повезло, какая дома роль? Насколько вы реализуете эту ценность? Там, я не знаю, вот, например, моя ценность свобода в роли муж, она, наверное, не очень сильно реализована. А ценность любовь к своему делу в роли спикера, она реализована, наверное, сейчас на 9. Так вот,
Этот базовый слайд дает нам представление о всей системе управления по ценностям. Значение в данных полях нам покажут либо реализацию этой ценности в этой роли, потому что ценности, как мы помним, это самое главное, либо ее нереализацию. И человек сознательно или бессознательно стремится к ее удовлетворению. То есть в результате мы, получается, меняем картину нашего мира. Сейчас, одну секундочку у нас, да, тут не было слайда. То есть мы хотим изменить действительность в результате, что если эта оценка показывает нам, что мы хотим изменить действительность, мы хотим что-то в свою жизнь добавить, от чего-то хотим избавиться, мы хотим стать какими-то другими, мы хотим стать лучше. Так вот, соотнесение ценностей компании, которые вы выработаете внутри компании, с ценностью каждого человека и поможет вам заставить людей всех смотреть в одну сторону. Это самый главный секрет этой системы. Так вот, второе, у нас нет проблемы с планом. Мы когда планируем нашу точку прибытия, мы не всегда знаем, как ее достигать, но сегодня, наверное, это не будет самым главным, а самое главное – представление будущего. Это еще вам такой, знаете, элемент личностного роста, когда будете дома на майских праздниках, создайте свой сумасшедший список, чего бы вам больше всего в жизни хотелось сделать. А потом соедините опять с их ценностями, посмотрите, насколько они коррелируют с этим. Дальше мы движемся. Вот четыре основных элемента личностного роста человека. Мы сейчас, я напоминаю, мы решаем проблему номер 5 в решении двух проблем в компании. Как повысить эффективность компании и сделать, чтобы рентабельность компании, капитала вложенного, через людей росла, чтобы люди вели себя соответствующим нужным нам образом. Так вот, четыре основных шага в личностном вашем, каждом из вас, личного развития. Это сейчас здесь мы находимся. Второе, где мы хотим оказаться. Третий, какой зазор или гэп между этим существует. Четвертое, как нам туда добраться. Все просто. Личностный рост, мы проблему личностного роста с вами пытаемся рассмотреть под этим углом. Так вот, когда мы понимаем, что что-то нужно менять, нам нужны устремления, желания, мечты. Вот здесь возникают мечты, планирование и желание того, что мы движемся по направлению к тому, что мы хотим. Возвращаясь к самому первому вопросу, какова точка нашего прибытия? Что я хочу больше всего в своей жизни? Это непосредственно для вас. И, соответственно, план. Все просто, он разбирается. Да, пожалуйста, конечно. А вам обещали, вам пришлют же все презентации. Следующая проблема личностного роста человека в любой компании – отсутствие персонального позиционирования. Чтобы было понятно, наверное, здесь маркетологов очень много, но я не буду спрашивать. Это однозначный эмоциональный образ в представлении либо работодателя, либо собственника, либо директора, либо, если это компания, это однозначный образ в глазах клиентов. Самым простым способом понимания того, что такое позиционирование, однозначно эмоционально, это фотография, вот, наверное, вот этого человека. Я думал, ну что еще проще придумать? Мы все прекрасно знаем, кто это, мы все прекрасно знаем, что, какие эмоциональные составляющие. У нас это однозначный образ. Любого человека в мире спроси, кто такой Владимир Владимирович Путин, он скажет, президент Российской Федерации, со всеми вытекающими подробностями. Поэтому наша цель – сформулировать о себе такое представление своего персонального бренда, что когда вы говорите, там, я не знаю, там, как вас вот девушка, которая прекрасно рассказала, что такое ценность, она стоит и представляется, и все мы знаем, кто она такая. Мы понимаем, насколько сильно… Однозначно эмоционально мы воспринимаем вас как профессионала в своей области. Поэтому работа над брендом своим в области труда. Основа – это персональное позиционирование, безликость резюме. Если мы ищем работу, у нас, мы понимаем, что у нас два варианта у работников по найму. Либо мы работаем, либо мы не работаем. Завершая последний, вот подходим к реализации, вообще завершении первой части, мы понимаем, что наша цель – это работа на 100%. У кого есть дети, вы все поднимали руки. У моих детей есть такие, знаете, смешные очки. Очки, на которых нарисованы большие глаза такие, игрушечные. Так вот, представьте, что… Когда мы часто ходим в кино, нам на входе в кинозал дают вот эти очки 3D. Вот сейчас вы будете отсюда выходить, и представьте, что всем вам сейчас я раздал очки, в которых написано 100% эффективность. То есть сейчас, с сегодняшнего дня, с сегодняшней секунды, вы смотрите на всю работу в своей компании, на себя лично, через призму 100% эффективности. Вы понимаете, любое действие, которое приходит к вам, ведет оно к 100% вашей эффективности в вашей компании или не ведет. Попробуйте жить в этой парадигме. Так вот, суммируя все вышесказанное,
мы понимаем, что внутри каждого из нас для того, чтобы развиваться, должно быть понятие лидерства. Тут два варианта. Либо вы лидер, либо вы не лидер для себя внутри. С точки зрения, знаете, хороший приходит пример лошади и наездника. Так вот, либо ситуация на вас ездит, либо вы на ситуации. Тут вариантов немного. Соответственно, еще один очень важный момент с точки зрения личностного роста человека – скорость. Я встречался недавно с представителем, директором российского Google. Она сказала, что мы планируем на 50 лет или на квартал. Я говорю, а почему? Она говорит, потому что в IT-инфраструктуре сегодня скорость изменения процессов настолько высока, поэтому если вы не движетесь в рамках своей индустрии, в рамках того, что происходит в вашем представлении, вашей профессиональной деятельности, быстрее или примерно с той же самой скоростью, что происходит с индустрией, вы отстаете. Вот, собственно говоря, с чего бы мне хотелось закончить, с пожелания Уолта Диснея, все, что вы хотите представить, может быть реализованным. Поэтому я попытался вам показать в первой части, что такое работа с человеком. Да, это было очень быстро. Да, это было, знаете, так поверхностно, таким мазком. Но мне очень хочется, чтобы вас накрыло. Вот на праздниках, когда вы начнете задавать себе эти вопросы. Кто я? Куда я иду? В чем моя цель? В чем моя жизненная миссия? И так далее, и так далее. Сколько у меня минут еще? Ваше время истекло? Да ладно. Роман. Ну. Так, дай сколько можешь? 3, 5. С банкиром тяжело, да, торговаться? Ну давай, все, две минутки, да. Финальное резюме. Давайте тогда все очень просто. Мы сейчас подойдем к тому, как все это реализовать в компании, как развернуть людей, чтобы они смотрели в одну сторону. Возвращаемся к ценности. Главный вопрос – повышение рентабельности инвестиций. Мы проходим следующее, что ошибки. Какие есть самые главные ошибки? Ошибка стратегическая, ошибка системная, ошибка управления, потому что мы обо всем этом говорили. Я бы хотел вам сказать, каким образом их можно решить. Решить их можно, внедрить систему управления, основанную на общих с ваших и ценностях сотрудников. Что это даст? Первое, решение двух главных вопросов, самых главных. То есть отсутствие желания работать и повышение эффективности менеджмента, когда ценности людей будут будет основой, фундаментом. У людей будут прогнозируемые модели поведения, что самое главное. Если мы хотим, чтобы наши люди вели себя следующим образом, нам необходимо сделать так, чтобы те модели поведения, которые мы им насаждаем, они были приняты. Принять их можно, вспоминаем первый слайд, только через влияние на их общие ценности. Когда от ценности через убеждение, через образ мысли меняется их поведение. Влиять на поведение бесполезно. Ну, в краткосрочной только перспективе, запугиванием страхом или переплачивая большими деньгами. Следующее. Вы даже представить себе не можете, какими проблемами обладают скрытые штампы и убеждения, которые вскрываются в ходе работы над внедрением ценностей. У нас здесь не принято. Ты предложил, ты и делай. Там, если ты хочешь, то и делай. Меня за это не уволят, в конце концов. Вот просто подумайте, когда будете говорить с людьми об этом. Ну и, конечно, увеличение рентабельности капитала. Переключая на последний слайд. Результаты, которые можно получить от этой системы. Сейчас, где мы остановимся, как это все внедрить. Вот, как это делается. Первое, вы сами для себя, неважно в какой должности вы находитесь, неважно кто вы в профессии, неважно какая ваша позиция, приходите и говорите генеральному директору или руководителю департамента своего, или собственнику, слушай, нам нужно сделать так, чтобы люди смотрели в одну сторону. Давай с тобой определим, какие ценности у тебя. Потом вы делаете так, чтобы ценности захватили топ-менеджмент. Следующим каскадирующим управлением получается так, что ценности от топ-менеджмента переходят к работникам. Вы все вместе выбираете их, вы все вместе делаете их описание. Люди голосуют за них, фактически ставя подпись на каком-нибудь огромном плакате, что они с этим согласны. И после этого мы начинаем жить по этим ценностям. Но у 90% компаний на сайте ценности написаны. Именно на этом пути, вот просто объявив их, на все останавливаются. Нужно жить по этим ценностям. А это как минимум в таких проектах, которые я делаю, они занимают от полугода до года, где каждый месяц мы сформируем представление конкретно об одной ценности. Людям она, ну не знаю, все средства коммуникации, которые можно достучаться, мы их идентифицируем для того, чтобы люди увидели. Снимаем интервью с людьми, с руководителями, с каждым сотрудником, что он представляет, что для него эта ценность, визитки, брошюры, я не знаю, все задействовать для того, чтобы визуализировать эти ценности. И так, шаг за шагом, мы сможем достучаться до их ценностей. Влияя на ценности сотрудников, мы сможем получить желаемый образ модели поведения.
Я закончил одну историю 30 секунд. Когда я учился в бизнес-школе Сколково, мы ходили к подножию Эвереста на базовый лагерь. Высота 5555 метров. Было очень тяжело. Туда и обратно 2 недели. Потом мы спустились. И для того, чтобы хоть как-то восстановиться, мы поехали на юг Непала. Там была ферма слоновья. И я увидел, что стоит огромный слон. И у него нога привязана такой относительно небольшой линией, вот так, веревкой к кольцу. Там, знаете, все просто, железная труба. И он ходит по ней, как собака на цепи. Я задаю нашему егерю, а мы были там в сафари, смотрели белых носорогов. Он говорит, а почему, я говорю, не отрывает слон эту веревку, ведь она же такая легкая. Он говорит, ну пойдем, я тебе покажу. Берет меня за руку и ведет в соседний вольер. А там слонята стоят. И у слоненка такая веревка, она ну, практически порвать ему невозможно. Так вот, привыкая к тому, что его сдерживают вот эти веревки, взрослый слон практически остается на месте. Мне бы очень хотелось, чтобы все, что я вам сказал, помогло вам немного подумать о том, какими веревками, в переносном смысле этого слова, связаны ваши сознания от того, чтобы развиваться и становиться лучше. Подумайте, об этом будет время на праздниках. Большое спасибо. Спасибо, Роман. Спасибо. Не уходи там далеко, подходи к пресс-воллу. Это был Роман Дусенко. Да, Сколково сильная вещь. Спасибо. Сейчас тоже там учусь. Всем рекомендую. Наверное, пожалуй, одна из бизнес-школ, которые не стыдно рекомендовать.